Это уже представленная программа каждой нации по резервации, это программа «Еврейское счастье» и программа «Клубничка с перчиком», о которой я вам говорила только. Но есть одна совершенно удивительная песня, которая попала во все три программы. Вот. Так, в общем-то, в каждой программе что-то свое, но эта песня оказалась совершенно уникальная. Вот, Андрей Усачев, «Израильская нищенская». Подайте, дорогие Мордехаи, хоть шекель на несчастье тети Хаи. Работы нету, и здоровье слабо, а дочка вышла замуж за араба. Ой, вей! А дочка вышла замуж за араба. Муж сел в тюрьму, не выплатив машканты, ипотечный суд. Профессор-брат пошел в официанты. Сестра собой торгует возле паба. А дочка вышла замуж за араба. Зарезал маму врач, в губы отклалите. Название больничной кассы в Израиле. Отец удрал сосудой на Гаити. Внук укусил полковника генштаба. А дочка, горе мое, а дочка вышла замуж за араба. Сыночка Мойшу унесло хамсином. Горячий ветер в Израиле, суховей. Жена его облилась красином и бросилась на скалы с баобаба. А дочка таки вышла замуж за араба. Свекровь лежит параличем разбита. Племянница свихнулась от иврита. Кота загрызли блохи ростом с краба. А дочка, что смеетесь-то? А дочка вышла замуж за араба. Давно бы удавилась я и дочка, но у меня живет с арабом дочка. Орет внучат голодная арабы. Подайте, ну кто сколько может, подайте теще бедного араба. Ой, вей! Подайте, ну хоть диск что ли купить, а? Подайте теще бедного араба.